Мы сейчас находимся на уникальной выставке «Мир детства». Я считаю, что это тема, которая близка каждому из нас, потому что в этой школе обучаются как дети, так и взрослые, совершенно люди различного возраста и различных поколений. И каждому из них будет интересно приобщиться к искусству, узнать что-то новое, окунуться обратно, возможно, в прошлое, вспомнить какие-то приятные моменты. И интересно, что время меняется и приносит новые тенденции. И на этой выставке представлены экспонаты 19 века. То есть известно, что время 19 века и 21 века очень сильно отличаются. Поэтому интересно посмотреть, как же люди жили в то время и чем они увлекались, чем занимались. Мы, как представители Русского национального музея, также нам удалось поучаствовать в этой выставке. Мы представили достаточно большое количество экспонатов, в том числе это совершенно уникальный экспонат поезда царевича Алексея, который действительно использовался именно как поезд. Царевич на нем катался, залезал на вагончики и, возможно, ездил даже. Есть фотографии из Загорска, где царевич непосредственно занимается этим. Но, к сожалению, до нашего времени дошел только один вагон, 6 остальных утеряны во время революции. И интересно, что сегодня каждый из желающих может увидеть этот экспонат своими глазами. И потому что этот экспонат, он находится у нас в музее, и, возможно, не каждый сможет туда попасть. А здесь любой человек может прийти сюда и увидеть этот экспонат своими глазами. Это работа датирована 1902 годом и выполнена английским мастером. И на данный момент является очень ценным экспонатом, который попал к нам из Англии, с английского аукциона. Также у нас представлена совершенно уникальная вещь. Это лошадка производства, русского производства, также начала 19 века. Интересно, что это лошадка русская, хотя, если посмотреть на нее поподробнее, можно увидеть восточные мотивы. То есть интересно, что веяние Востока также затронуло нашу культуру. И, в принципе, пробегаясь по залам, можно видеть совершенно уникальные работы выдающихся мастеров и посмотреть на детей, которые представлены на всех этих работах, и увидеть, насколько они сильно отличаются от нашего поколения. И интересно, как время меняет лица, и меняет одежду, меняет обычаи. И я нашла для себя достаточно очень много интересных экспонатов, которые навеяли мысли и вдохновили меня на совершенствование, на написание также новых работ, потому что я сама художница. И я считаю, что эта выставка также проводится перед Новым годом, и здорово, что дети могут получить такое предновогоднее настроение, гуляя по залам нашей выставки, и не только дети, и взрослые в том числе. Вот, так что я считаю, что уникальную возможность нам подарил Сергей Николаевич, устроив эту выставку. Так что ему огромная благодарность, что он собрал эти вещи совершенно из разных коллекций и синтезировал их в выставку «Мир детства». Вот. И мы всегда в рамках взаимодействия Русского национального музея и школы Сергея Николаевича Андреяки, мы всегда рады представлять свои экспонаты и участвовать в этом сотрудничестве. Мы считаем себя старыми друзьями этой школы и всегда готовы на любое сотрудничество, потому что Сергей Николаевич является выдающимся художником современности, для его таланта нет границ времени, и мы всегда рады с ним сотрудничать.